И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитроз, мы сегодня будем продолжать играть в игру под названием Слендерина. Точнее, мы будем впервые играть в самую первую версию Слендерина, Free Version. А вот, это у нас бесплатная версия, вышла она в 2013 году, это очень далеко, это вообще... 2013 год, это получается 8 лет игре на данный момент. Что же, давайте будем начинать. О, поехали. Перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайкусик, напишите топовый комментарий. На канале было прохождение The Child of Slenderina. Slenderina подвал 2. А сегодня мы попробуем пройти Slenderina обычную плей. Ух ты! Ух ты! Тут есть целых 4 карты. Значит, у нас есть uh, Warehouse, да, Warehouse, The Hotel, The Yard and The Swamp. Болото, отель, что-то йорд, я не понимаю, что такое непонятное. Ну и хаос, давайте хаос выберем. А difficulty easy, medium hard. Выберем easy, я ведь еще ни разу не играл. Слендрина здесь отличается от обычной. Очень отличается, она тут какая-то вообще непонятная. Так, поехали. У нас нужно 6 объектов найти. This is door is locked. You have to find... Ага, нам нужно найти 6 предметов. 6 объект. Давай поехали, будем смотреть. Тут, правда, какая-то вот э -э поворачивать. Так, сложно. Еще немного. Еще немного, чтобы было легче поворачивать, если слендрина появится. чтобы можно было быстро отвернуть экран. Тут даже, вот видите, видно клавиши. Вот эти вот кнопки на домик, стрелочка. Потому что здесь не полный экранный какой-то режим. Так. Какая-то машина. Посмотрите на графику. Но это 2013 год. Чего стоило ожидать? Офигеть. Тут настолько большие локации. Ничего себе. Это, ребят, был первый прототип Грэнни. Первый, первый, первый прототип Грэнни. Опа. Как я нашел один какой-то объект. Не понял я, что ли, к стенке как-то это самое. Нашел как-то я один объект. То есть к нему нужно просто прикоснуться. Так, экран еще такой, да, как будто в темноте. Сландрины нету. А что там вот висит? Это что-то. Ключ. Ага, нужны целых шесть ключей. Ничего себе. А как будет появляться Сландрина? Как скример или как что? Я не понял. Тут то пока что непонятное. Игра сделана вот так вот как-то... Может, стрёмненько, не знаю, как для кого, для меня лично пока что нет. Скримеров еще никаких не было. А это значит, что скоро будет. Это значит, что скоро будет. Ребят, вы подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите топовый комментарий. Ведь на канале каждый день выходят новые видосики по таким вот различным игрулям, интересным, интересным играм. Так, здесь пусто. А, никаких следов слендерины каких-то... А! Тихо! Тихо ты! Ну, не так уж и стрёмно. Слендерина как-то появляется немножечко не так, но, но это 2013 год. Нечего, нечего нарекать. И она прям передо мной, что ли, появляется? То есть это не зависит от а, поворачивания экрана. То есть в самой первой версии слендерины появлялись просто скримеры. Просто из ниоткуда появлялись скримеры слендерины. Просто даже впереди тебя. А, и отворачиваться нужно было сразу. Сразу. Ну, как и, как и в нашей новой версии. Так, 4 минуты мы уже ходим. Всего два предмета мы нашли. Так, вижу еще один. Вижу еще один ключ. Огромный ключ, кстати, по сравнению с какими-то другими. Так, поворачиваем так вот. Ну, я пока что поворачиваю очень даже нормально. Легко просто так, тут что? Тупик. Тупик. Никаких таких резких звуков нет. Просто какая-то такая устрашающая музыка. Такой вот немножечко

6 или 7 книг, я уже честно не помню. Вижу, там что-то сияет. А 6 или 7 книг. И с помощью ключей открывания дверей мы должны были это все дело находить. Понятно? Понятненько. Так, тут еще что-то. Погоди, мы здесь были? Нет. Здесь, по-моему, тупик, да. Будем ждать скримера. Ну, тут легкий режим, довольно-таки простенький. Так, мы здесь уже были. Это начало. Это начало чего-то грандиозного. Так, ищем. Так тихо. Кто-то был такой интересный. Ну, кто-кто. Слендерина, конечно же. Появилась и исчезла сразу же. По-моему, сзади даже она появилась, не знаю. Так, офигенский, офигенский. Офигительно, просто топчик. Атмосфера прикольная. Не так страшно, как мне было страшно, когда я проходил подвал 2. О, тихо. Когда я проходил э, остальные тоже части. Зачаял-то сландерина. А сам страх навеивает то, что ты один здесь, и тебе никто не поможет. Никого возле тебя нету, кроме этой дамочки, которая к тебе подкрадывается так. Э, Пусто. Можно спокойно поворачивать голову туда-сюда, потому что... Мы знаем, что она появляется просто от ниоткуда. Не... Не так, а тут что за дверь такая? Ага, мы пришли на начало, что ли? Погоди. А? Еще один предмет остается. А как я нашел начало сразу же? Ух ты, ух ты, ух ты. Тихо, дамочка, успокойся. Так, мы здесь были уже, погоди. Нам это не подходит. А чем больше мы предметов нашли, тем она бис, быстрее бесится, что ли. Или как это правильно сказать? Тем быстрее она как-то так агрессивная стоит. Вот мы на центре были, нет. Вот эта машина. Здесь мы уже ходили с вами. Правильно? А где мы еще не были? Погоди. Сюда мы поворачивали, не помню. Вот тут я не помню это. Так, о, Какая-то большая локация. Тут довольно-таки... Ух ты, пошла домочка. Ну, не так страшно. Не так страшно, как остальные части. на это даже самая такая безобидная... Погоди, там есть ключ. А как мне туда попасть? Ах вы... Угу. С другой стороны, что ли? Сейчас попробуем. Сейчас я... Так, тихо. Там прям стоит, смотри. Ага, пропала. Постепенно появляется на экране силуэт ее лица. То есть, чем дольше она на тебя смотрит, тем как-то все так вот происходит, что ли. Все, шестой предмет мы сейчас находим, избегаем, что ли. Какая-то, получится, у нас маленькая часть. Но все же, так, а куда? Я не понял. Что-то, что-то совсем непонятное. Сюда что ли, но ну, здесь же должны быть. А ключ, как мне тебя взять? Эй, 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 эй. Ух ты! Uh -huh 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 -huh. А как мне ключ взять? Там был где-то с другой стороны ключ. Вот стой, вот что ли, нет? Ну и как мне туда попасть? А, так тут обойти просто можно. Тьфу. А я думал, там надо как-то обходить, что-то делать. Тут просто можно э, вот так вот зайти, взять ключ и сбежать. Что сейчас произойдет? Well done, the door is open. So, что-то там. Так, ты что там стоишь? Девчуля прям ходит за мной. Все, теперь мы должны сбежать. Э, и, и не быть пойманным. Не быть пойманным этой дамочкой. Где там была дверь? Там что ли или где? Или в этой стороне? По-моему, в этой нет. Не помню. Нет, не в этой. Значит, в той стороне, да? Ну и где тебе искать дверь? Где тебя искать? Так, давай. Вот дверь, все, она открыта. Мы сейчас можем просто выйти и сбежать. Все, пошло, поехало. А, ah, You found all the item and... Managed to keep your ace from Slenderina. Все, мы, значит, сохранили свои, значит, свою жизнь. Нашли 6 предметов. И давайте еще поиграем. Почему бы и нет? А давайте выберем карту Hotel. Пока что игра какая-то такая обычная, не страшная, но слендерина подвал, и остальные части были уже пострашнее. Выбираем Hotel Easy. Опять же, Изи. Пройдем э, на Изи. Пока что. Medium не хочу включать. А, так, лифт э, не открыт. Ты должен найти 6 предметов, чтобы активировать его. Понятно, понял, принял. Поехали. Тут уже похожая механика. Как тебя открыть? Как тебя открыть никак? Шкафы не открываются. Или открываются? Ну-ка. Нет, я нажимаю, ничего не происходит. Понял, принял. Так, тихо. Слендерина. Слендерина. Не появляется. Она тут как-то прям молоденькая, что ли? Такая прям фифочка? Нет. Вам так не кажется? Так. закрыта Дверь одни. Я хочу возле стенки пройти. Потом уже активируется. Так. Лежит какой-то шкаф. Подозрительный. Красный у нас здесь. Ковер. Такой интересный. Так. А почему двери только с одной стороны? Почему с левой стороны нет? Так, закрыть. Ух ты, ух ты, ух ты, вот это было. Хо -хо. Прям накинулось на меня с поцелуйчиками и с раскрытыми объятиями. Так, и чё? Все, только по одну сторону. По одну сторону. Здесь что-то... Ух ты, да что ты появляешься прямо передо мной? Будь вежливо. Будь вежливо, не надо. А почему только с одной стороны? Ладно, давайте зайдемте отель. Тут у нас, значит, игровой такой столик бильярдный. Интересный. Так, кресла такие своеобразные. Но ну, это 2013 год вышла эта игра. Еще раз я повторяю, чтобы вы не говорили, фу, какая графика уродливая. Игра не намного лучше. Так, о, картина прикольно. Возможно, пойдет на превьюху, не знаю. Так, столик. Какая текстура, да? Интересно. А где предмет? О, Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Ч ты че терроризируешь меня, женщина? Какой-то предмет нашел, я так и не понял, какой. Первый предмет у нас находится сам по себе. Так, женщина, женщина-красавица. Женщина-красавица. Женщина. Так, опять же, лифт, мы здесь и заспавнились, понятно. Так. Не открыт. Нужно найти 6 предметов. Тут в каждую комнатку заходишь, находишь и уходишь, и все. Вот так вот даже. Так, появилась женщина. А, о, вот это мне напоминает уже The Twins, нет? А вот от, открываются шкафчики, нет, пока что? Ух, ты сзади меня стояла, это думаю, что я не могу пройти нормально. Она сзади меня стояла, так. Ладно, тут ничего нету. Возможно, на 2013 год эта бы игра показалась реально стрёмная. Я вам говорю, как есть. А, нужно предохранители находить. Но сейчас же, когда ты уже поиграл в Грейни, во... ух ты, в остальные хорроры, даже несколько частей Сландрине прошел, то эта игра не такая страшная, не такая стрёмная, как. А, кажется, вам на первый взгляд. Ссылочка на игру будет в описании. Можете скачать, можете поиграть, пошпилить. Вот. И даже уже не отвлекаюсь на нее. На эту дамочку. На дамочку я уже даже не отвлекаюсь. Здесь ничего нет, поэтому можно. Это вообще точно изи? У меня в прошлый раз она просто баганула как-то. Быканула, быканула. Так, опять же шкафчики. Так, привет, ну ты что там стоишь? Ты уходи, ты уходи. Так, так, тихо, тихо, тихо. Так, нашли третий предмет. Э, здесь все пусто у нас. Опять ты, да что ты так бесишься? Я пришел вообще-то отдохнуть в этом отеле. Хотел уже уходить, а ты меня не отпускаешь, да? Ну ничего, ничего страшного. Так, тут что? Должен быть. Тут комнаты одинаковые, какие-то непонятные. Почему одинаковые комнаты? Одинаковый такой отель, да? А, на одну звездочку. На, на, на пол звездочки тянет этот отель, да. Но все тут уже не страшно. Тут уже не страшно. Чем вы меня еще хотите напугать? Ничем. Ничем не получится. Все уже. Я уже все увидел. То, что хотел. Так. Предохранить так 4 уже из 6. Значит, тут что-то было, да? Не успеваешь увидеть, так уже берется уже все. Это довольно-таки круто. Это довольно-таки классно, что предмет сам берется. Это упрощает игру. Это упрощает игру. Значит, какая-то... Ух ты, пиксельная графика-то. ⁇ моё Уже сейчас напугался. Еще два предмета нам остается найти. И давай попробуем. Давай попробуем это сделать. Сейчас появится опять же. Она, наверное, в каждой комнате появляется. Бесится и уходит. Так, 4 из 6 наш. Тихо, 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 тихо. Сейчас чуть не поймала. Кстати. Ну и чё? Ну и чё? Двери, кстати, не активируются. Они сразу же открыты. Сразу же. Так, дай мне найти предохранителей. Так, возле кресел все мы шарим. Здесь, кстати, тебя не было. А где же еще? Погоди. Где же еще мы... Тихо, тихо. Где же еще может быть? Я вот иду по каком-то длинном коридоре. Вот есть дверь. Двойная. А мы же. О, пять уже я нашел. Так, пять. Остается шесть. Последний остается предохранитель. Нужно все обшарить, все облазить, каждый. Закаулочек. Ты что меня тут окружаешь? Я думаю, почему я выбрать. Может, за картиной? Смотри, там стоит на кресле, на кресле. Ай-яй-яй. Может, за картиной? Шпунькс. Шпунькс. Не появляется ничегошеньки. Пять из шести. Ну что, ребят, пройдем или нет? Или будем на этом заканчивать нашу многоувлекательную серию? Хотелось бы пройти. Хочу, так, иди отсюда, иди попрыгай, женщина, иди попрыгай. Может, нам нужно вот этот вот шкафчик прям так, прям так. Хорошо, прочекал. Еще последний, ну дайте же мне, дайте же мне, дайте же мне. Я здесь шарил, кстати. По-моему. Тихо, 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 тихо. Понимаю, что ты хочешь со мной подружиться, женщина, но давайте мы не будем так спешить. Я не люблю спешить. Мы еще не познакомились даже, ничего не сделали. Вы уже бежите ко мне. А что мне делать-то? Последний остается. Пя... Этот шестой, шестой, шестой. Где мне тебя найти? Где мне тебя найти? И не тебя найти. Мы эту комнату, кстати, чекали, нет? Эта комната, по-моему, не прочеканная. Нет. Так. Мы так ходим, тык-тык-тык-тык. Нет. Не знаю я, не знаю, где последний предмет. Ну, где тебя искать? Где тебя искать, дорогушечка? Мы сейчас все обшарим. Опять же, обходим кругом но нигде найти я не могу, не могу. И это печально. Очень даже. Почему я его даже не вижу? Где он? Где этот предохранитель хренов? Так. Ну ладно, ребят, давайте мы уже на этом будем заканчивать. Вот такая вот была серия. Уже в следующей серии мы уже пробуем эту главу пройти полностью. Может, дадимся, чтобы она нас поймала все-таки? Или попробуем еще найти? Я хочу еще немножечко побегать. Попробуйте все-таки найти, найти последний шестой предохранитель, чтобы пройти эту игру, пройти ее полностью и целиком. Здесь нет, за креслом может, слушай. это все шарил возле кресла, поэтому не знаю. Давайте мы на этом закончим, давай, лови, 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 лови. Game over. Она нас поцеловала, да? На этом все. Мы сегодня играли в игру по названию Слендерина. Всем удачи, всем пока-пока.